Итак, друзья, ну что ж, всем привет, Нинип, Фнатик, ESC. ESC, друзья, против Фнатик сейчас будем смотреть этот великолепный матч. Тут уже практически рейди команды. Ждут, наверное, только кастеров. Я открываю вам окно, естественно, и поприветствуем, друзья, Тафу. Тафа здесь с нами, Тафа. Ура, черт возьми, как я рад здесь быть, Слэм. Ну, на самом деле, я уже сколько-то здесь сижу, час, наверное, все уже видели. Друзья, ну, наконец-то, CSGO, большой ивент, параллельно Star серии. В общем-то, чего нам ждать от этого чемпионата, наверное, уже говорил Слэм. Много-много раз. Но, вот, знаете, для меня вот все-таки последние два турнира немного непривычные. Я уже привык, знаешь, там, с последних, там, 2009-2010, что наши принимают участие в чемпионате. Ну, черт возьми, не за кого болеть, и это очень сильно меня огорчает. Но я жду. Мы тренируем Маркелова вместе со Слэмом каждый день. И, да. И я думаю, что этот парень, он уже показывает игру такого топового сорсера на данный момент. Я думаю, через месяц Марик и команда будут просто в замечательной форме. Ну, плюс у ребят уже скоро начнутся игры в Star серии, Слэм. Да, с 26 числа, Тафа вас будет уже радовать комментами к Нави. Меня не будет 26-27. Ну и 27 числа тоже будут игры. Так, ну что, здесь все, как я понял, будет решаться на ножах. Друзья, если что, у нас есть вспомогательный худ. Худ, который вы видите в игре, это он предоставлен организаторами Gold TV. Ну, а Слэм сейчас подскажет, какой рейд лучше подписать на CSGO TV. Я 5000 поставил. Рейд 5000 поставил? А цель рейд? CMD рейд 35 и апдейт рейд 35. 5, Ratio 2, Inter Ratio 2, и вроде бы как-то более-менее все не лагает, я смотрю. Я поставил цель Update Rate 16, и это самое идеальное, вот как было на прошлом чемпионате. И тогда никаких лагов нету, советую всем. Цель Update Rate ставьте на 16, и у вас будет все очень четко работать, и я думаю, вам все понравится. Ну что, Фнатик останутся в дефенсе, не хотят они свичиться. Да, свича не будет, будет просто деф от датчан. Ну что, кстати, у Фнатик одна замена как раз перед турниром, как сказал Александр Заволока. Играли 6 дней в CSGO, взяли целых 6 раундов за 6 дней. Посчитали, что еще чуть-чуть и можно будет уже тащить. Да, ну сейчас, конечно, для многих команд вот наступила такая стадия перехода. Тяжелее всего сейчас мы видим полякам из ЕЦ, и, наверное, будет тяжелее всего команде Natus Winsor, которая самой поздней врубилась в CSGO. Ну а самое главное, я вот считаю, ребят, вот не жлобитесь, там $10, ну не знаю, пойдите там подработайте где-нибудь, если вы школяр, там на рынке погрузите чего-нибудь, я не знаю, сэкономьте на булочках. Тафа эксплуатирует. Да, сэкономьте на булочках, но купите себе, черт возьму, CSGO, не просите там ни меня, ни Слэма, ни других стримеров, ключи пока, к сожалению, не раздают так, как Доту. Купите себе CSGO, и поверьте мне, вам понравится буквально через пару дней. $7.49, Тафа, $7.49, а не 10, вот такие вот дела тебе говорят прямо у меня в чате. Ну, 7.49 бывают на выходных вообще, там под ЕСВЦ за 5 можно было купить и попробовать бесплатно, потому что вот просто бесят мощнящие люди, которые пишут, что CSGO такой CSGO, которые еще даже не играли, не пробовали, просто не нравятся вот модельки, движения, да? Тут много можно спорить о игре, насколько она хорошая. И вообще, вот я не люблю спорить. Каждая игра это шедевр, каждая игра кому-то нравится. И не знаю, вот старое правило, новая графика. Все, Тафу, успокойся. Мне очень нравится. Я на стримах Star серии людей наставил, как бы уже на путь истины. Так что смотрите стримы Star серии, кстати. Ну, кстати, да, друзья, вот напоминаю, наша группа ВКонтакте. Вот, vk.com/ksslTV, друзья. Вот там сейчас Слэм, наверное, или парни. Вот, я у себя, там еще также Покрышкин будет в течение всего дня. Вот, так что, ребят, там уже весит стрим. Покрышкин, сделай нам, пожалуйста, голосование по поводу того, вот играли ли вы в CSGO. Сделаем ли еще раз это голосование. Вот я помню эту цифру, буквально месяц назад 70% не играло в CSGO, и это меня очень сильно омрачало. Вот теперь, желательно, товарищ бы Вспышкин, а вот уже Слэм. Да я Слэм делаю, да нет, что еще? Да нет, что это такое, вот вы еще можете сделать, что это такое вариант. Да, и vk.com/ksslTV, друзья, туда заходим, там это голосование. Голосование запущено, но у нас здесь сейчас начнется заруба ESC против Fnatic. Мы к голосованию чуть попозже вернемся, пока все еще читаю чат. Так, позавчера купил, вообще огонь игра. Так, Барс Литный пишется позавчера, я знаю. Так, 14 место в статистике Steam и CSGO. Но это временный расклад, друзья. Я все-таки думаю, что Valve применит монетизацию к этой игре и сделают ее бесплатной где-то к марту, просто пока они будут добирать. Опять же, я считаю, что вот все деньги, которые они сейчас на ней вручают, они их все пускают на разработчиков. Тратят их на разработчиков, потому что
Ну, кстати, ладно. Хотят из игры сделать конфетку. Ребята в чате спрашивают, что там StarLadder онлайн. Ну, StarLadder-то онлайн, кроме Star-серии, финал которой будет LAN. Также стартовала, совсем скоро будет стартовать аматорская серия. Да, там уже... грандиозная, там уже больше 128 команд, есть резерв, там просто все классно, народу зарегалась просто тьма. Я очень сильно рад, там даже буржуи есть, есть румыны, есть финны, датчане, ой, там просто такая сказка. Турки даже хва зарегались. Ну, HWA, короче, помнишь, советую... мы комментировали турнир в Турции? Да, да, вот да, да. Эти парни зарегались. Я советую просто всем фанатам КС просто вот не тратить свое время зря и сразу переходить на CSGO. Конечно, там на районах шпилят и будут шпилить в 1.6, и мы со Слэмом будем подшпиливать в нашу любимую игру. Но времена меняются, черт возьми, нужно врываться в CSGO. Читаю чат, друзья, группа Steam, Сабирарена TV, пишите, заходите по ходу дня. Вот четверг, пятница, суббота и воскресенье мы для вас... все очень жестко прокомментируем и, конечно же, будем смотреть, кто по-прежнему папа в CSGO, появятся ли новые какие-то команды, новые игроки. Я в любом случае ожидаю вот каких-то новых звезд, они должны быть, и я думаю, что в ближайшем полгода появятся. Ну и не забывайте, вот я сейчас быстренько на HLTWORK зайду на Viewers Guide, там очень такая... подробная информация, когда, что мы смотрим. Сегодня мы смотрим игры группы А и Б. Закончим где-то ориентировочно там до 7 по Киеву, получается до 9 по Москве. Завтра у нас играют группы С и Д. Плюс завтра будет один из четвертьфиналов. Их всего, да, будет, да, да. Их всего будет два, мы какой-то выберем. Ну и в субботу, по-моему, все и закончится. Там будет третий, четвертый четвертьфинал, два полуфинала одновременно, к сожалению. Да, ну а пока краткое расписание на сегодня. Мы посмотрим с вами матч Fnatic против ESC Gaming. Потом будем смотреть матч NiP против ESC Gaming. В 13.00 параллельно также отыграют мыши с Фнатиками. Но опять же, после этого только матча. Ну и с группы Б мы начнем, наверное, со встречи копенгагенских волков и бразильцев про Gaming TD, где легендарный Когу, когда-то легендарный Когу, будет выступать. Ну, для себя роли. А я хочу немножечко всем сказать про субботу, то, что, возможно, в субботу там на некоторых там полуфиналах, финалах, но, скорее всего, я могу во время финала отцепиться, черт возьми, но буду стараться. Все будет зависеть, конечно, от того, во сколько закончится финал в субботу, потому что первая карта будет играться в зале суперфинала, а потом команда пересаживается в 7 по Киеву, в 9 по Москве на сцену. То есть, на самом-то деле, немного как-то все по криворукому сделано. Ну, это DreamHack, мы привыкли и верим. Успех. Ну, просто реально криворукую. Ну, вообще, криворукость полная. Вы, так, ребята, вы играете первую карту в зале, потом все отключаете девайсы, идете еще 40 минут настраиваться на сцену, потом, ну, да, там интервью, потом... А тут смотри, Фнатик в огне. Да, жгут Фнатиков потихоньку. ЕСЭ просто издеваются, короче, над своими соперниками. Взяли, сожгли просто всех стоящих Фнатиков. Но им еще недолго осталось дождаться, пройдут рестарт, и я надеюсь, что вот мы начнем. Так, ребят, ну и CSSLTV, хэштег Twitter, мы здесь общаемся. Читаем ваши сообщения, пишите, пока тут не так много народу. Пока тут только я и несколько человек. Да, тут тролль. Еще какой-то Майк пишет, что слэм дно, КСУГ, Тафа, нищеброд, StarLadder ни о чем. Вот тоже вот какой-то упырь. Давай его. Давай мы с ним ничего не будем делать. Давай мы просто покажем его маме эти сообщения, и тогда его ждет ремень. Да, ремень, ремня. Ремень, ремня, ремнем и так далее, друзья. Также, ребят, по возможности с моей страницы или со страницы КССЛТВ ВКонтакте, сделайте, пожалуйста, репост плеера себе на страницу. В течение 4 дней мы будем вещать DreamHack для вас. Трех дней мы будем вещать DreamHack для вас. И я надеюсь, что... Не, максимальный репост приветствуется, просто мы хотим, чтобы как можно больше народу посмотрело, проследило за этим чемпионатом. Также у нас есть еще репортаж на Ливкаэсе, вот там товарищ Слоупок, ну ник у него Слоупок Зор, что я могу поделать, сделал репорт, пока, да, его уже апнули, и вот, в принципе, владельцы сайта мне помогут с тем, чтобы этот репортаж оставался в топике сверху, потому что реально зрелище офигенное. Ну и пока я там смотрю комментарии интересные, вот такие комменты, посмотри, Тафака. Божественный просто, да, сайт? Да, это Саша Грей, вот это вот. Вот это вот с бананом? Да, но это... Большими глотками. Псевдоним этой девушки Саша Грей. Саша Грей это вообще был мужик там один.
довольно грамотный. Ну, дядька. А здесь, кстати, рестарты тем временем. Ну и что ж, давай смотреть за матчем. Итак, друзья, Fnatic будут начинать в защите, в атаке будет начинать команда ESC. Напомню, что Fnatic Defense, сторону Defense выиграли, выбрали, потому что выиграли Knife Round против ESC, и у ESC первая пистолетка. Ну что, вот от этих парней на Старладре мы видели медленную игру через ноль. Здесь я вижу, что они действуют более раскованно, более жестко. Все, будка, два двери, выход пошел. И на пункте Рютер. Нет, его бреет сразу же моментально Кубин. Он играет с ником Залови Динс. Есть план с будки, выходят двое. Сейчас быстренько поджимают Fnatic, пытаются выбить моментальный. По-моему, это получается, остается один таз. И Моди ему ставит просто, обходя его в спину. Ну, там хорошие флешки от защиты были. Таз был слепой все это время. Да и все, кто стоял на планте, вот, довольно плотно ослепли. Я еще, кстати, как понял, Fnatic это единственная карта, которая готова. Потому что они на нюке играли с нипами и показывали там, в принципе, неплохие маневры в атаке, в защите, но взяли, к сожалению, мало-мало раундов. Но это обычный результат, вот как сказал Лексич, то, что это... Ну, мне кажется, что Fnatic, что ESC находится, конечно, не в той форме. На которой мы могли помечтать. Не, у ESC, на самом деле, неплохая форма, я считаю. Ну, просто вот они на Старладере играли матчи, опять же, с французами из Байке, очень-очень уверенно, плотно их прямо там топили. Ну, в общем, постоянно да. доводили до нищи свои встречи. Посмотрим, вот что сейчас будет, но в любом случае, опять же, это ну, не те команды, которые будут занимать первое-второе место. Хотя я очень надеюсь, что поляки поборются и буду всегда за них болеть, если наши не будут на чемпионате. Так, ну и Керрига на первого сносит, выход быстрый со скрипанной, у его роняет. В итоге идет проход на нижний плен, таз уже снизу и отдается там с бомбой. Моди предусмотрительно стоял и ждал. Опять же, вот прикол здесь нюка в том, что всегда есть чувак на нижнем пленте. Нюк немножечко переделанный, друзья, баланс на нем... совсем другой. Вот Апаша себе отобрал мега-автомат, и сейчас он с этим утенком попробует убить. Опа, длинный, но Моди опять божит, опять дает фраг. 3-1, ласт остается Кубин у поляков и заходит в длинный опять-таки. Вот все идет в длинную. Ну там бомба, что снизу упала, ее ждут двое, плюс третий там в девятке, под девяткой есть чувак и ждет как раз. Слайм, что скажешь о изменениях экономики? Вот недавно был патч, и ее нормально так подфиксили. Теперь... Скажу так, что я подробно еще не изучил, но деньги атаки не даются. Ну да, да, вот это меня больше всего парило, что атака сейвила, и им давалось бабло, то есть как было раньше. Да, но да, 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 благодаря да. вот этим всем самым топовым командам, которые играли на СВЦ, был сделан такой мощнейший патч. И игра еще больше по экономике стала напоминать 1.6, тем временем Fnatic довольно легко забирают второй раунд. Ну как стало напоминать 1.6? Знаешь, дефенсу даются деньги за то, что они сейвят. Дефенсу даются. Здесь, скорее всего, расклад в том, что если, например, атаки бы давались деньги, то атака была бы просто беспощадна. Калаш 2700 стоит. Ну, можно напомнить всем, что, по-моему, на сайте HeltyWork там вышла довольно такая плотная статья по поводу всех изменений в последнем патче. И вот недавно я натыкался на интересную статью, вот опять же, не помню, вот сайт, может быть, Слэм, подскажешь мне, где там было все подробно расписано. Кадрат, скорее всего. Либо Кадрат, либо Вакарм. Где, сколько денег, да, за какой девайс так, дается, нам это смотри, тоже нужно еще изучить. Фриз пошел топить улицу, ему туда сразу дымок сладкий залетает от поляков. У поляков, кстати, бай на третий раунд, это жесть. Так, они играют крышу, это будет раскидка плента, проход по улице, попытка выхода в мейн, плюс Паша уже под подкопе, Паша уже на подкопе, он-то мне один. В это время его тиммейты прошивают крышу еще на пленте, но уже занимают подкоп, и вот здесь вот Паша вместе с Нео попытаются, уже заняли позиции, ну и от этого будет строить свой раунд. Мы видим, ну они что... просто ждут здесь перетяжки, вот по девяткой Нео уже доконтактился с товарищем Фрисом. Не, вот интересно, что дальше, вот что дальше будет делать. Дальше будет раскид девятки, раскид апланта, вот она пошла, первая флешечка. Скорее всего, это будет выход лево-лево, вот мне так кажется, тут очень близко поджали Fnatic, вот самая большая проблема у ESC в данный момент, это лево-лево, там близко на приемнике стоят игроки, в это время Паша все-таки проходит с Нео вниз, пытаются развести. И Моди включается в раздачу на радио, первый минус дает, и Лурд падает от его рук, но тут укрепление, Трейс плюс Моди, как бы, и вот Трейса нахелили, но тут Моди снизу может сейчас будет подниматься. Опс, еще один хедшот от Моди, инсайт изолирован, по факту там остался ну, один парень, Паша, а Паша обошел Паша, спину. Давай, и... вот они, минус один, минус два, хорош. Опа, зашло Павлику, но он тут в ассисте опять же с Кубиным. Наташа, что ж такое, Настя. Настя. Точнее. Настя на какашка. Какашка. Наташа, я просто прочитал N и потом уже чем все заканчивается. Ну ничего, Керриган приедет в Киев, будет и Наташа ему. Сделаем его Наташа, я понял, хорошо. Ну, давайте смотреть 2 в 2 ситуация. На пленте ТАСС отфлешивается в каналах два игрока. Фнатик почти. Ну что? А что, бомба 10 мертвый, это тупик для Фнатика. То есть здесь эту бомбу выбить вообще фактически нереально. Ну, посмотрим, нормально тут все по. Но если Паша с девятки здесь не залажает, как бы, то все должно быть вот, вообще. Вот, минус пленте, минус от ну Паши. 1 на 1, здесь просто ничего не сможет Керриган сейчас сделать. Как ну, бы. Тут такое, знаешь, до первого хедшота на самом деле ситуация. Но в любом случае, конечно, Паша должен брать. Ну, Паша контролирует ситуацию, понимаешь, выйдет отход в будку от Керригана, и этот сейф он уже не убьет, но бомба взрывает. Тем не менее, 2-1 и первый девайсный поляков достается именно им.
без запар, без всего, еще и живой остается. Ой, выживает. Вот. Ну, молодцы, парни сейчас, ну, да, подсобрались. Хорош. Конечно, было бы неплохо поймать фриса и навалять ему, но, к сожалению. Ну, он убежал в ноль. Что поделать? Да, ну Паша, конечно, не мог там рисковать никак в той ситуации. Умирать он там не мог. Девятки отдавать такой раунд. Но опять же, скажем, спасибо Паше. И вся Польша, наверное, должна сказать за вот этот проход его понизу. И он использовал свои возможности и дал минус 2 в спину, поднявшись с Б-плента, убив там на рампах поджимающих. Ну и мы видели, как контрят Фнатики вот этот сплит, они как будто чувствовали. Сейчас будет раш от поляков, посмотрим, Паша уже готов ворваться первым, будет открывающим. Ну, 2 в упор. Выход в упор, трейс, размен. Моди за углом справа. И... Моди всех потушит, что происходит? Ой, справа встал, ну нет, тут Лурд врубился, разменял 2 в 2, в принципе, играбельная ситуация. И здесь еще у ESA есть шанс на интересный мув, они могут, в принципе, закрыть спину. Там, как видим, Рютер зашел в инсайд, зааркадил, понимает, что поляки будут играть очень-очень медленно. Ну, у ESA здесь единственная дырка, это вот и вариант, это выход на 9, и опять-таки повторная бомба на А, при том, что это даже будет лучше, так, чем... Так, Форест бомбишь, это фриз, да? Да, это фриз. Форест бомбишь, это фриз. Я с Керриганом путаю постоянно. Трейс, ну вот все свои ники написали. Керриган это вот Настина какашка. Да, 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 я понял. Я. Так что теперь все в порядке. Так вот, фриз... Ну, вот сейчас будет Рютер минус 2 делать, минус есть на инсайде. Вот он в ожидании от Фнатик ждали такого. Дает хаешку довольно плотную, но не попадается типа одной гейм. А он, кстати, там расклад в том, что Лурд не топнул. В этом главный прикол, понимаешь? Лурд не топнул и не в курсе Рютер, что там ставится бомба. Но теперь-то уже он знает об этом, да, но тут инициатива опять же за Лурдом. Он уходит обратно на девятку, при том, что бегает с улицы и будет иметь преимущество против двух соперников, которые... Да, хорошо, хорошо сейчас раскрутил. Кстати, может неплохо сыграть, потому что, по-моему, вот игрок на нуле слышал, что он ушел на улицу. Ну, сейчас посмотрим. Плент стоит очень... Опа, халява, минус 1. Там есть в пленте игрок дефенса, знает об этом товарищ Лурд. И минус 2. В две головы, 2-2. Вот так вот ESC переворачивают датчан. Я не знаю, как он попал второй хэдшот. Прицел был в другой стороне. Он какую-то такую вертуху, такой, знаешь, раскрутил калаш. Да не, он нормально дал. Это просто Gold TV. Это не знаю, не знаю. Просто иногда вот пока что в CS. Серьезно, я тебе скажу, что есть разница. Я потому что вот Star Series... знаешь, я не чувствую этого момента, когда вот дается хэдшот в CSGO. Я не говорю, вот там конкретно это CSGO TV или это просто вот игра. А, ты просто сам момент вот, еще не само понял. Чувство, да, вот хэдшота еще, вот, знаешь, вот пока мало играешь, не можешь понять. Они еще так падают по каличному модельке, что ты пытаешься еще добить труп там потом обойму в него сажешь. Аркада лево-лево, смотрим флешка, флешон, и вылетает первый Лурд, он уже, я не знаю где, ох, ну, и он тут все зачекали, по факту Лурд еще прочекал за желтым никого, и поляки будут сидеть на рампах и ждать, в принципе, какие-то действия. Ну, а Фнатик в это время пытались улицу принять, двое были в подкопе, трое были в подкопе, двое были на улице, вот такой у них был незамысловатый раунд. Теперь они вдвоем под 9, очень-очень интересно. Кстати, тут можно на самом деле собрать кучу-кучу халяву. Вот часто команды мы видели на стримах Старсерии, которые выходят потом под девятку, как-то промечиво, да, без подготовки, начинают отхватывать. Ну, пытались сделать засаду Фнатик, но не угадали. Вот очень рискованно ворвались, конечно, в аркаду сейчас парни из команды ESC. Вот пошел врыв на Керригана, тут падает дым, Керриган выходит с дыма, и ESC проходит на нижний план. Тут укрепление в длинном на двоих игроков. Если Рютера не чекнут, Моди может отвлечь на себя внимание достаточно неплохо, но хэдшот он ставит плотно по голове, оставляет красного одного игрока. Фактически сразу заходы идет чек, Рютер минус, Нео, ой-ой-ой-ой-ой, два игрока уже красных у ESA Gaming, ТАСС минус Трейс, идет размена от Керригана. Ну так можно доиграться, сейчас нужны четкие минуса, Паша дает. Ну тут 3 в 2, в принципе это нормально, все, здесь все, отжали все. Моди пропрыгивающего остается в каналке Рютер, который еще попытается какую-то борьбу, наверное, навязать, но вот 2 сотых игрока его спокойно контрит прострелами, но это 3-2 в пользу ESA, пока Фнатик не собрались. Но они вот против НИПО взяли 5 или 6 раундов в первой половине за дефенс играя. Ты же объясни мне, что это за группа такая? НИПы, Фнатик, ESA, Mousesports. Они там что, на Дримхаке с ума сошли или что? Ну это на самом деле группа смерти, если честно. НИП, Mousesports, Фнатик, ESA. При том, что у ESA уже проблема. Они упали команде Mousesports. Пока у нас очки не обновлены. Но вот так вот именно выглядят группы. C и D. Там две биоквалификации, которые сегодня параллельно проходят. Ну и группа B это ProGaming TD, Gosuk, Yurs и Wolves. Группа D вообще, я не верю в этих динамиков. Да, я вот как раз таки верю в динамиков, а здесь пока что быстрый выход на у ESA и девайса от Фнатик их не принимают. Ой-ой-ой. Казнил с девятки, минус в пленте сразу от АЗа, поляки очень сдержанно атакуют, вот у них такая пауза в атаке, вышли на плент, встали, ждут. И Фнатик в этот момент влезает, так идет чек за ящик. Рютер так, ну кто будет давать минуса из атаки? Вообще не контролится, никакие точки, 9 не контролится. Да нет, тут все контролируется. Лурд в пленте в панике отфлешивается, на самом-то деле ТАЗ в будке. Залетает товарищ ничего Фрис не контролится, ничего не контролится, вот вообще ничего. Ну, там все контролировалось. Ну, давай посмотрим на Кубина. Вот они все легли, вот трое живы, вот те, которые заходили и жили. Девятку не контролили, пристройку боялся один. А, да, в будке был игрок, второй на ноле. Поджим с Б контролили, но в общем-то... Ну и 3-3. Нет, слушай, это интересно. Знаешь, такой сейчас раковый КС будем видеть. Опа, человек-сосед проснулся.
И человек-сосед уснул сразу. Наш добрый сосед? Да, наш добрый сосед. Эх, ладно, не ругай его, он делает кто-то, студию. Кто-то говорит, польский Power так NiP 11.4 на Мираже тем временем штопают команду Mouse Sports. Не, ну это не немцы просто, вот МХО, я считаю, немцы получше играют, чем британский состав, потому что от них видели много-много экшена. Конечно, недавно они проиграли Dot Team, но это все онлайн. Тем более по составу скоро к немцам вернется Губик, как говорил мне Ниндзя, и... Там, наверное, начнется самое настоящее месиво, если он адаптируется. Так, ну а тут что? Начинается... Тут, я думаю, будет медленный раунд через улицу, потому что тут, по-моему, даже не у всех есть девайсы. Вот у нас Золовый Дэнс, кто у нас? Это Кубин. Кубин. Золовый Дэнс это Кубин, а МММ это Лурд. Вот он взял, он с армором, по идее, но со всеми гранатами, но без девайса. И 4 калаша. Хорошо. Не, ну там есть раскидка у Лурда и... Да, у Паши у Нео есть. Главное, есть у Нео калаш, он уже его реализовал. Вот, да. Опять минус же свет. Раунд. Это сплит Б, да. Тот же раунд. Паша сейчас должен умрет. Вниз пойти. Ой-ой-ой, ангар теперь не упадет. Здесь вот повезло очень сильно Фрису тем, что Паша отвлекся на мейн и не прочакал ангар до последнего, так бы он мог сразу поставить. Не, ему повезло, что Паша по раскладам вообще не должен был подниматься в ангар, он должен был сидеть под копи по этому раунду. Вот Нео там делает все как нужно, дает минус, и вот выход троих на Б сейчас на рампы, и Нео должен снизу тоже поджать двух одновременно. Открывают. Таржит Ария, но Тас все равно успевает. Нео уже навилку, на пленте, добивает Трейса. Нео в длинном, сейчас убьют Нео, за ним идет Нео. Не-не-не, здесь Тас, сейчас разменяет парня красного, как бы спокойно. Ой-ой-ой, Тас, релат. Не убивает красного чувака, вдвоем занимает длинный, и Фриз сейчас готов, в принципе, ставить каску. И вот поставит он ее. Да, минус бомба, Фриз, не минус 2, но бомба у Таза, Рютер, размен. Да, и берут раунд Фнатики благодаря Рютеру и удачному размену. Быстрый хелпа с каналки и... Я думаю, благодаря тому, что команда ESA еще не умеет зажимать. Вот просто да, жесть. Все они умеют, все они могут. Просто это для них второй лан, ТАФ. Они реально, уже, они на Старладере такой вот левел показывают. То, что мы сейчас смотрим, это все фигня. Вот в апреле будет совершенно другой CSGO. Вот никто не умеет сейчас еще играть так, как нужно. Разве что вот эти два парня из Швеции там есть. Не, ESA они, по крайней мере, играют ровно. Как бы очень ровно. Пока я не вижу равных Форесту и Детрайту, даже их сорсеры уже там далеко позади, вот в команде эти но пацаны. Ну, это преимущество только в начале МХУ, я говорю, вот полгода, серьезно, полгода, и сцена совсем поменяется. Ну, просто понимаешь, когда Кубин убивает парня в упор 3 секунды, понимаешь, выжимая в него всю обойму, это еще не тот CS. Ну да, парень, нет, тридцатку, конечно, на одного это жестко. Да, ты, кстати, Марик меня вот троллил недавно, когда мы играли с тобой вчера и с ним, да, микс он мне там. Ну что, Слава, как тридцаточка-то, а? Я там тоже жиму даю просто как бы жесткого. Не, ну... Не, в этой игре просто стрельба другая. Здесь надо понять, что зажимать здесь можно, но не стоит. Зажимать, ну, ток на определенной дистанции нужно стараться. Да, можем вам объяснить, когда вот Маркелов бегает, у него 30 фрагов, у всей команды, вот у меня слэма там по 5, по 6. Да, Марик при том, что вообще не ощущает соперников иногда. Ладно... так, ахаха, так, поляки по стрельбе проигрывают. Да не, у поляков просто не, ну, сторона атаки. Серьезно, уже раунда 3 поляки должны были брать 100%, ну и Фнатики каким-то чудом тащат. Причем на таких тупняках, вот просто... Сейчас еще Фриз сыграет в поджим улицы, даст инфу и по факту как бы... Вот эта раскидка сейчас будет через верх аплент, разбили стекло на точка и сейчас будут сюда кидать вот эти хитрые флешки через потолок. Фриз, в принципе, зажал сейчас улицу, сейчас поляки будут ее выбивать опять же с башни. Да, на башне есть игрок нападения, попытался попасть по Фризу, сейчас 7 хп ему оставили. Ну что, будут поляки проходить у нас дальше или нет, пока не ясно. Посмотрим, вот она флешка залетает поджим, сверху. Поджим, тихо, здесь поджим еще от трейсов добавок с радио. Если сейчас его не законтрят, он может в спину забрать двоих или троих. Ну а нет, да, пошли контрить радио и сразу же минус аркада от Кубина, отлично. Атака на рам продолжается, прием от Моди из-за ящика, минус 2 Моди дает. Бешеный хедшот от Шведа залетает против Польши и минус 3 Моди рамп. Вот это сурово наказал. Тас вот попытки разменять, но у Таза здесь ситуация как бы 1 в 3. Нет, даже для ситуации 1 в 3... Тас еще может тут потянуть. МХО. Конечно, раунд у поляков был довольно интересный. Они всем видом показали, что будут выходить аплант, разбили стекла над точкой, дали флешку через верх. Но в итоге, наверное, ну либо это парень, который поджимал им, помешал, либо, ну, скорее всего, из-за того, что увидели... Тас пока четко занял девятку, но вот и пришел контроль с улицы. Скорее всего, из-за того, что увидели поджим, решили сделать выход лево-лево, и причем так неуверенно, по одному растянулись по всей тройке, вышли на рампы по одному. В общем, провал опять какой-то. Не сделали то, что хотели. Ну ты просто, черт возьми, красавчик. Вот так вот, ребята. Заходим туда. Заходим туда, вступаем в этот супер паблик нашего Старладдера любимого. И наслаждаемся происходящим.
Вообще там голосование про CSGO, друзья, вступаем и голосуем, и все наконец, будет четко. Наконец-то запатчили GoTV, вот я же сказал, что... Да, деньги, да, патч был. Вот а я говорил уже про это еще недавно, что на GoTV. Вот когда они еще сделают патч с худом, тогда я буду комментировать матчи не из спектаторов, а наконец-то без GoTV. Ну, а тем временем товарищ Фриз уничтожает всю команду из Польши, точнее, хэк-раунд. Ну, это уже 7 у Фнатик. Не Фриз, вообще-то Керриган как бы отжег вместе с Рютером сейчас. Вот, забрал. Там было первых 2 или 3 минуса с ВВП. 2, по-моему, первые минуса было. Ну, смотри-ка, Фнатик 7-3 ведут. Это на самом деле плохой расклад для ребят из ЕСЦ. Ну, я же тебе говорю, они проиграли как минимум 2 ключевых оружейных раунда, где, мало того, сейчас минус 2, допустим, у Фнатик уже было бы 5-5, допустим, плюс там 2 экономических. Но сейчас у них все нормально, и, возможно, они будут наступать. Они могли выигрывать 7-3, вот возьмите 2 раунда. Вот вообще, вот я не люблю такие игры смотреть, знаешь, когда команда отдает какие-то вот такие вот раунды, которые вот могла потащить. Ну, опять же, это другая игра. То есть, понимаешь, вот они где-то отчасти остались в той динамике. В динамике 1.6 CS, да, здесь нужно действовать совершенно иначе. Вот, причем тут не так датчане зажгли, а как вот натупили игроки команды из Польши просто по стрельбе. Вот, я при том, что очень сильно удивлен. Мне известно, что был плотный буткемп у ESC. Они много тренировались с немецкими, с датскими командами. Паша загнал всех в качалку, и они тренировались, да? Вот я чувствую. Нет, они реально много играли. Я у Neo Steam смотрел, постоянно с ними вел переписку. Они даже вот некоторые игры на Старладере не стали играть, опять же, в связи с праками. Вчера у них был очень, кстати, напряженный день. Они там с горем пополам до Юнчопинга добрались. Ну, хорошо, Паша уже дал минус, сейчас будет выход налево-лево, там всего лишь, по-моему, один трейс, да. Тас сейчас здесь нормально, в принципе, открыл. Отфлешил трейс, еще раз отфлешил, ты посмотри, какой. Ну что, две флешки, его здесь тупо забирают, здесь уже как бы куча игроков атаки. Рютер дал размен с под 9, 35 кп осталось, Керриган смог забрать Нео, и вот сейчас будет момент. Паша, минус один, есть еще справа в каналке, чувак, о нем неизвестно. Слышал, тот стоит здесь, зааркадили 0, на нуле у нас Керриган, ай-яй-яй, с доски дает первый фраг, второй фраг, бреет основную атаку, основное звено в атаке. Остается Тас, который попытается сыграть на размен, но он уже понимает, что за Керриганом бежать смысла нет. Надо попытаться сыграть на А. Открывается, и Керриган уже в спине. Ну, вот парень, вот... который сзади просто, а. Мужик, вот опять, вот, во-первых, Паша его слышал. Видимо, не дал инфу. Убивают его тиммейта с этой железяки подсаженным. Паша жесть. Паша такой, как с веслом, вылетает и реально секунду, полторы не может навестись на типа. Его убивает Керриган. Ну... Тем временем Маус стараются дать камбэк против команды Ninja in Pijams со счетом 12-9, там сейчас счет в матче. Так. Мне просто очень-очень жалко, что на самом-то деле у нас в финале будет опять Нипы и опять Very Games. Вот. Я не верю в американцев, я думаю, что им наваляют. Да, я думаю, что американцы на этом турнире самые ключевые, потому что, если верить логике, например, того же самого Ауха, который всегда поливает за микрофоном, да, то в кривые игры, а это относительно пока что кривая игра, американцы всегда тащили. Ну, не знаю насчет... Так что посмотрим. Не знаю насчет кривости, но... Может быть, да, дойду до финала, может быть, выбьют Very Games. Но то, что Нипы будут в финале, это уже... Ну, все понимают, что эти пацаны заберут чемп. Ну, ладно, 2-2, ну, да, ситуация, да. Это вообще на самом деле серьезно. Хотя представляешь, ВГ перевернут. Понимаешь, после ESVC времени было достаточно. ВГ не принимали участие в Старладере, не палились. Паша! Праки играли исключительно с датчанами за Nexus. Играли также они много с голландцами, Lowland Lions... Голландцы, кстати, очень сильно хотели на ладер попасть. И... Слэм. Очередной раунд 2-2 с поставленной бомбой, ну, против, да, поляки. Да. 9-3. Как бы, ну, ЕСЦ проблема, это очевидно, как бы. Но нам ждать второй половины интересно. Давай посмотрим вообще, что делают датские команды Fnatic, точнее, команда шведская, но тут большее количество датских игроков. Ну, как бы 4 датчанина уже в составе. Плюс вообще, новый... наверное, австралийская, да, все-таки команда. Ну, наверное, да, организация правильно австралийская, говорить. Да, команда тоже. Ну, а тут 4 датчанина, как бы один швед. Вообще давай сейчас за защитой последим, вот посмотрим. Вот у нас вот есть Фриз, АВП уже смотрит улицу. Так, он ждет здесь Пашу. Поджим от Керригана. Нет, он в пристройке стоит. Хае на 0, не попадает. Что происходит? Моди бегает снизу. Не, ну по позициям сейчас пока что все закрыто. Вот если даже посмотреть по всем игрокам команды Fnatic, Моди сейчас будет выходить на коридор. Так, с подвала чекает. Пустая улица фактически была. Но, по-моему, он начекал то, что там контакт смотри, нарабатывается. Что, вот, походу, Моди сейчас уработает здесь пацанов. Ну, посмотрим. Может быть. Сейчас мы посмотрим, в принципе. Просто тут можно... Да, за красным чекают. Это минус Моди, по факту. Как бы минус от Кубина. Просто они сразу сыграли внимательно, прочекали за красным, ясно было, что надо это сделать. Защемили Фриса толпой. Ну, да. Я же тебе вообще как-то только мы пообсуждали, давай посмотрим. И за смотри, Фнатик. Смотри, Лурд спалил уход на радио одного парня, спалил аркаду инсайда и понимает, что. Да, тут уже раунд, по сути, сделан. Просто я тебе говорю, мы вот. Я прошелся по позициям Fnatic и не понял все-таки, чего они хотят. Не, сейчас просто, если они попытаются пойти под 9, как бы. Опа! Паша! Хорошо разыгрывает свою улицу. И. Забирает по 9 трейса. При том, что трейс там сейчас мог стать ключевым.
тут, игроком, знаешь, защиты, который мог бы сделать минус 2. Мне кажется, Fnatic сейчас играли как раз раунд против Аркада на аплента, может быть, даже с использованием улицы. И так вот сосредоточили 3 игрока на апленте, там на улице был еще 2 игрока, и как-то так все. Ну, они улицу вообще должны были вдвоем как бы убивать, просто Моди первый отдался за красным. Его задача обычно за красным парнем сидеть до последнего момента. Не, ну поджим это всегда риск, да. Там скорее всего, Моди стоило сидеть на пукане и, вот, и просто вот ждать первого, забирать хотя бы одного. Хотя бы одного. Слушай, как тут Рютер разобрался? Это минус лурд и все, 9-4. Ну это эпик, конечно. Ты веришь вообще в камбэк польский? Не, конечно верю. Не, я считаю, что сейчас поляки, они на самом деле в очень хорошей форме, тем более, что им на Старладере пару уроков преподали, они там игры отыгрывали очень офигенно. Опять же, по поводу очень хорошей формы, я считаю, пока только одна команда очень хорошей формы. Не, ну я имею в виду относительно вот команд из 1.6, типа вот Fnatic, например, тех же, да? Mm-hmm. Если сравнивать, то поляки, естественно, повыше здесь будут уровнем. Как бы я думаю, что камбэк будет во второй половине. Ну, у Fnatic они почти как Na'Vi, знаешь, так по времени, наверное, в CSGO. Ну, сейчас вот если была бы карта не нюк, да, то есть у поляков нюк не очень заходит пока вот в CSGO. Уверен, они играют реально даст второй мираж, об этом мне Нео говорил. Вот давай смотреть раскидку. Поляки готовят, по-моему, раскидку на аплент, там Кубин открывает хаешкой дверь, дает туда флешку, дает еще флешку, и сейчас будет выход на там в упор, стоит на Настина какашка, дает минус, размен от таза. Настина какашка! Априс улица убирает Пашу, и все. Звено атаки по факту встало, ну, нужно разыграть только против канала, как-то попытаться. 9 вышел, кто-то видит девятку, сейчас Кубин пытается снять, в это время Нео воюет, да, с пристройкой. На девятку, кстати, когда вы залезаете на девятке, вас сразу видно там с любой позиции на, так что, ну, кроме там правой стены. Так, ну, Fnatic один в канале, Моди, фриз будет с пристройки, дает минус Моди, Нео минус его фриз, хорошо. Оп, с размен, но тут минус 2, надо как-то выжимать тазу, стреляется с мейном, мейн отвлек на себя внимание, неплохо, таз стрейф плент, и его обходит уже на инсайд. Да, и там бомба не была установлена, он просто в канал, быстро ставить бомбу будет, наверное, пытаться. Трейс за ним побежал, его обходит с вилки, ставится бомба на правую. Модис рамп. Каналку. Вот если вложенный уйдет, это будет провал. Нет, остается на пленте, Зря, на самом деле. Уходит ему надо, длинный. Ему надо прятаться, ему надо обходить сейчас здесь, как-то пытаться игроков дефенса. Ну, вот да, он канал будет. Тас натопал в длинном, все, там сейчас будет отфлешивание длинного. Граната одна, и все, и таза просто посадили на попу. Ну это 10-4, друзья, и на 10-5, если гейминг попытаются как-то выбраться. А тем временем 15-10, как я понял, это НИП против Маус, да, и Маус проигрывает НИПам. Ну, хоть бомбу поставили. Так, смотрим на деньги. Сейчас ESL в последнем раунде. Что у них? Настина какашка убила соперников лушеным. Три девайса, у двоих по 2800 было. Ой, как мне нравится CSGO худ, то, что видно бабло. Просто... Ну да, да, это супер. Просто супер. Вот, теперь все, мы понимаем. Смотри, у ESL команды 4 MVP, все кроме Нео. Вот Нео надо сейчас здесь сделать минус 5. Срочно. Да, на карте, которую вы когда-то называли Денео, да? Денео, да. Денео. Ну, такое. Теперь не, но этот нюк, понимаешь, неудобен тем, что здесь опять же эта улица от вулкана, вот она как-то сделана, вообще, вот серьезно, этот коридор это имба, просто имба. Ну, я даже не знаю, вот... Ну ты понимаешь, в этот коридор аркадят игроки защиты и перекрывают на двоих улицу, чего, например, вы не делали там в 1.6, да? С одной стороны, он добавил динамики на карту, с другой стороны, он какой-то левый. Это игра сама по себе динамичнее в 20 раз, чем 1.6, как бы. Не, вот на самом деле, вот честно, он очень быстрый, и убрали ложный плент полностью, как-то все побыстрее стало. Сейчас там посмотрим на Рютера, вот если он сейчас зааркадит, то может... получить. Просто на нюке теперь стало еще быстрее, вот притяжка с А на Б. Раньше Вентер. Тут смотри, тут сейчас раскидают Ай, походу на рамп развернуться, потому что... Ты вообще меня слышишь иногда? Да, да. Я понял. Пошла раскидка, флеш-будку, там не ослепила Рютера. Рютер, врыв, нет, это А. Это А, и лут там нормально открыл плент. Минус Керриган сразу сходу, минус плинте надо было давать, но Рютер разыграл, прикрывает его фриз. Сейчас не умирает при стройке и нет, ушел. Ушел. Ну, тут у всех опять положили, да. Несуразный выход, а опять же все началось с будки. Ну, да. Это 11-4, друзья, как бы напряженная темка для поляков. Вот сложную ситуацию себя парни сейчас загоняют. Как бы им бы 10-5, там 9-6 сыграть, а они 11-4. При том, что они немцам уже проиграли достаточно плотно, но это может быть не выход из группы. Если здесь они не обыгрывают Фнатиков, как минимум. Представляешь, Фнатик выйдет со второго места, потом еще до полуфиналов. Тут нет немцев. Ну, не немцы, а Маус Спортс, британцы. Ого. То есть у Маус Спортс два состава. Один немецкий состав, который на EPS играет. Состав можете, кстати, посмотреть на Старладдере. И один британский состав Маус Спортс. Тот самый состав, который не взял квалификацию, претерпел. Не взял квоту на ESVC, проиграв в квалификации национальной команде FM Toxic. Потом он претерпел изменения, они сделали минус 2 британцев, и тебя сейчас в твой профиль, кстати, выкинет, если что. Да? Да. Так, а что не выкинуло? Ну, типа, у тебя нет enabled Steam Community in-game.
Понимаешь, тут надо включать. Ну, в общем, у британцев что, три британца, там три сурсера жестких, и два игрока норвежской школы Counter-Strike. Это, я вот, дабы не ошибиться, даже зайду на Healthwork и проверю точно состав этой команды. Даже на Healthwork не надо идти. Все ближе оказалось на StarLadder, отлично. И где он? Да, да, там Stinger, PRB. PRB это вообще древний чувак, как бы он очень-очень давно играет в... Counter-Strike, играл и в Source, выступал на CGS также. Сломчик, не хочешь там одну группу подправить? Я хотел группы показать, им еще раз напомнить, кто у нас где. Но там, помню, в одной группе были какие-то непонятные цифры. Там не было цифр вообще никаких, там были одни нули везде. Нет, кроме последней. Кроме последней? Вот смотри, за кешном, давай. Вруби нам группки, сейчас Слайм выведет весь DreamHack. То, что происходит в данный момент. Ой-ой-ой, да, в последней группе. Группа D там просто какая-то фантастика, просто, но сейчас фантастика, там быстренько слэм буквально в 4 клика все нам поменяет. Ну, не в 4 клика, но поменяем. Да, группа C и D будет играть завтра, друзья, мы это с вами все посмотрим. Сегодня смотрим матчи группы А и Б. Вот после трех игр группы А мы переходим на 3 игры группы Б. Я думаю, до 7 по Киеву, там, до 9 по Москве мы сегодня закончим. Завтра будет день и вечер длиннее, потому что завтра будет еще один четвертьфинал, кроме матчей двух групп. Ну и в субботу... Может, даже будет два четвертьфинала, если что. Ну, и они будут играться параллельно, скорее они всего. Они два будут четвертьфинала, они будут играться параллельно. Я говорю, что мы один посмотрим. Ну и в субботу будут все оставшиеся четвертьфиналы, потом параллельно полуфиналы, потом суперфинал. Причем суперфинал, первая карта будет играться в зале, вторая будет на... Какой-то там DreamHack, Super Pooper, Extreme, зашибись арена. В общем, на ней будут шпилить. Да, Dream Arena называется. Ну, в общем, да, с паузы, наверное, в час. То есть сыграть. Зайди, пожалуйста, в CS. У тебя там тоже Team Switch до одной секунды или какая-то проблема реально? Потому что я не понимаю, где находятся игроки. Да, 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 у меня тоже одна самое. Секунда. Одна секунда до смены, друзья. Ну, подождем. Ничего страшного. Может быть, стоит там сделать ретрай. Но, в принципе, если сервер отвечает, значит, отвечает. По поводу матчей, что мы дальше выберем, Слэмчик? Давай посмотрим, что у дальше нас. Дальше мы будем смотреть NiP ESC Gaming после этой встречи, фактически. Сразу же они должны начинать. Там да, уже... это будет игра третьего тура, и, в принципе, вы увидите всю мощь. Ну, а после нее нас ожидает Копенгаген Вульфс и Pro Gaming TD, друзья, Бразилия и Дания. Ну, вот о волках копенгагенских нам уже известно. Мы видели много от них исполнений жестких на StarLadder'е. Ребята реально четко играют. А вот бразильцы — это интересные парни. Это та команда, которая ESVC просто профукала по той причине, что их девайсы уехали в другом направлении, но никак не на турнир. Ну и за нее играет тот самый легендарный Когу, который вернулся в бизнес. И теперь его папа, который содержит наркокартель, спонсирует его на поездки. Я шучу, конечно. Ну, да, в общем, не в этом дело. Суть в том, что вообще я девайсы бы на свои никому не дал бы. Я бы, вот я ехал на чемпионат. Да, я... вот именно поэтому. У меня ты... паспорт, бумажник и девайсы, они привязаны ко мне, никому не отдаются. Ну как это? Ой, я даже не знаю. Ну, в конце концов, Когу мог бы купить девайсы себе. Ну, короче, это отдельная история. Я считаю, что бразильцы натупили и пытались как-то тупо отмазываться. Все, все фигня. Ну да. Как можно было кому-то свои девайсы дать вообще? Это все равно, что Амирану... Их должны были просто привезти с аэропорта организаторы турнира, но они этого не сделали. Они должны были помочь парням забрать багаж. Кстати, команда из Бразилии, Pro Gaming TD, сидит на буткемпе уже фактически до ESVC. У них был месяц после ESVC, вот до DreamHack'а у них был буткемп. И сейчас я не знаю, что будет так. Ну вот... Не знаю, какая у них форма. Я также спешу заметить, что, например, тот же самый Когу и вот весь его состав, там, Заком, Зевки, вот эти ребята, они играли за команду Rio Sinister в свое время. Неполным составом, там, те, кто не помнит, был такой турнир CGS в США, и он был одним, наверное, из самых крупных. Там был Counter-Strike Source, и, в общем-то, Pro Gaming TD не понаслышке знают, что такое Source, а тут еще и... DreamHack такой подвернулся, так что я думаю, если тренились плотно, то все будет окей. Насколько мне известно, они прак играли фактически со всеми командами. Кого-то выигрывали, кому-то проигрывали. Но матч их, конечно, против копенгагенских волков будет не на жизнь, а на смерть. Но я там ставлю на волков. Я думаю, вот именно в группе Б волки будут убирать и еще раз убирать. Но мы пока что не можем никак дождаться Team Switch'ин полного. Я реально не понимаю. О, я смотрю, пока у нас, ребят, тем временем мы же сделали голосование у нас на vk.com/csslTV, наша группа, посвященная StarLadder и всем версиям Counter-Strike.
Ну, там пока такие цифры, знаешь, все поменялось. Наоборот, 75% уже играли. Ну, это уже хорошо. Ну, а у нас пистолетка начинается, друзья, и погнали. 11-4, счет первой половины. ESC Gaming должны давать камбэк в защите, иначе им реально будет не выйти из группы, и турнир для них закончится крайне провально. Организация в них, кстати, верит. Ну, а у Fnatic готовится выход на рампы. По-моему, они решили кучу разыграть. Да, втроем занимает радио, начинают сразу играть на стрельбу, хотят контакта жесткого. ESC, слава богу, не лезут в аркаду. И Дан заходит в спектаторы. Опять вот этот Дан и Томми. Два брата-акробата. Ну что, давайте смотреть, что будет делать Нео сейчас. В принципе, туда как раз-таки, видимо, уже четверка подходит игроков команды Fnatic. Сейчас будет датский выпад на рамп. В хлпе, кстати, у Нео никого нету. И он один из поддевятки, просто чекает P250 в руках. Одна граната, которую, в принципе, он дэмэйджа не нанес. Но попал зато по трейсу хорошо. С пистолета. Ну и, в принципе, на нижний плент устремилось нападение. Здесь на приеме Кубин, флэш, вилка. Там еще и стекла. И там должны быть белые ребята. В этот момент идет раскидка плента из девятки. И датчане выходят по 9. Отжимают Лурда. Пытаются по девятке разыграть свою позицию. Но Паша просто устраивает им штанговыжималку. И залезает, пытается дать гантели по голове Моди. Но тот его, в принципе, ждал. Идет атака по улице. Должен замыкать таз. 2-1 остается. Ситуация щекотливая. Знает Амэйни. На него будет в любом случае лучше. Если бы вышел там Рлоду, поймал бы сейчас Рютера. Но ничего страшного. Сам успел перезарядиться. Два коцанных можно давить. 18-32. Сейчас таз может разобраться. 21 секунда до конца раунда. Таза на 2 девайса хотят забрать. Верхняя рампа его убьют сейчас. О, он услышал его. Он услышал Моди. Увидел. Он знает, что есть чувак в упоре. И... А вот справа не прочекает. Ай-яй-яй, таз. 12-4, ESC Gaming. Ну как ну, так? Ну, этот раунд, наверное, все решит. Рютер отлично сыграл, просто красавчик, конечно. Да, он... сыграл красиво Паша, но вот что-то поляки как-то, не знаю, не поддержали, не подбодрили парня. Видно, что у Паши все получилось, вот у тиммейтов его не все получилось. Ну, там Паша тоже дал минус 3, потом ломанулся в 9. Надо было попассивнее, наверное, чуть-чуть сыграть, успокоиться, но не получилось. Ну, молодой, горячий игре. Что поделать? Давайте смотреть на... поляков, я даже не знаю. Ну все, домой надо собираться. Да не-не-не, понимаешь, вот именно в CSGO можно взять пистолетку просто, да, против девайсов и спокойно как бы затащить. И поляки, по-моему, на это сейчас... Сейчас врыв будет на ноль, таз дает флешку, надо посмотри, просто... посмотри, прямо на крышу, забежали такие два голубка, ой-ой-ой, видят, да, что... Да, это под флешку был выход, с плента в это время вылетала флешка через стекло вот сюда. То есть они под флешку вылетели на крышу. Потому что, смотри, они под такую же флешку ушли. Просто какие-то демоны. Еще и втроем, да, это просто... Все, есть улица, Паша, да Паша опять продолжает удивлять нас. Слушай, что у него с этим П... Как он там? П-250. П-250 до сих пор не выучил. У него с ним любовь-морковь хедшоты у него с ним вот пока что. Он что-то двигается, стреляет, все в голову летит. Посмотри, а здесь уже 5 в 4, и Фнатики рвут по 9. Под флеш будут заходить от Моди. Вот флешка Моди пошла на плент, в итоге там играется врыв. Ну, вот поляки здесь не прочитали, конечно. Да, им и не надо прочитать. Здесь на самом деле такие широкие каналки, что можно вчетвером там довольно не тесно выскочить вообще и налететь. Это раньше там застревал. Сейчас смотри, сейчас они пытаются перестроиться, чтобы на 9 сыграть. Все, таз, пристройка, кто-то вот вылетел уже лурт. Ой-ой-ой. Да. Ну, вот она отдача по одному. Не, ну если у атаки девятка занята на пленте, есть там хотя бы один игрок или на фронтексе кто-то плюс стоит бомба, то тут уже выбивать даже с девайсами сложно и опасно. Ну, как мы видим, все идет к тому, что Fnatic сейчас одержит победу. Польская бравая Golden пятерка сейчас проиграет второй матч подряд. Ну и, скорее всего, лишится всех шансов на выход из группы. Мы чуть-чуть позже посмотрим на всю ситуацию. Ну и дальше все-таки посмотрим на уже последний матч, скорее всего, ESC против Дипа. Какая плюшечка была от Лурда на десерт Рютеру. Новичка команды Fnatic просто прогоняли. А он, между прочим, еще и MVP. Слушай, Слэм, пока вот тут уже 2 недели ты комментировал StarLadder, скажи, пожалуйста, когда наши парни, ты же общаешься, вот и Ангела я видел, мы с ним общались. Ну, конечно. Когда наши парни уже начнут выступать? Так они уже все играют. На ивентах. Нет. На ивентах я не знаю. Ну, вот Ангел сказал, что насчет DreamHack их приглашали, но они решили просто не ехать, потому что пока еще не чувствуют себя полностью готовыми. Хотя я с ними не согласен. Нет, я думаю, они правы. Пусть. Они сейчас нашифруют, посидят тихо, а потом как ворвутся и как всем. Ну да, я точно знаю, что Дат Тим вот вместе с Митей Богдановым, с Дмитрием Богдановым, он же дядя Митя, отправятся на чемпионат в Прагу. Скоро Mind Esports называется, я не помню точных чисел. Там что делать, поляки? Будет. 4B ушли. Да. Одни пошли подниматься с подкопа. Да, в общем-то, они вот сюда и смотрят. Ну, они будут просто высиживать опять на бонус, ждать что там. Паша уже где-то по щам вмазали, один из хилсов остается у этого парня. Ну, может быть, мы еще в Праге кого-нибудь увидим из СНГ. Я не знаю, что там, какие там еще у кого планы. Но реально пока вот зарубеж, наверное, на зарубежные ланы начнут ездить в ВП, только Дат вот поедут на один. И мы еще будем ждать. Ну, то есть, скорее всего, самый первый лан для нашей команды это будет StarLadder, да, как я понимаю, если пройдут? Ну, да, по сути, такой крупный. Ну, и для Дат, конечно же, чемпионат вот в Праге, в Чехии.
Ну, будем болеть за парней, конечно. Митя, тащи, как говорится. Ну вот, кстати, про игроков, если так поговорить, да, то Митя-то, по-моему, очень себя хорошо ощущает. Мы вчера против Ник-Микс играли, там от Мити просто было не убежать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, надо было третий давать фраг. Хотя он моде 50 кп оставил. Смотри, 3 в 2. Сейчас поляки, наверное, нашифруют что-то. Да-да-да. Ну, да, могут взять экораунд. Сейчас хороший. Нео уже пошел в пикан трескать сейчас кого-то, да? Или нет? Нет. Нео. Ну что ж ты Нео делать будешь? Ай, отдается Кубин. Ну вот у поляков столько шансов зацепиться за раунд, взять его, и все эти шансы падают. Да никуда они не падают, они просто вот из рук прямо уходят. Вот понимаешь, у тебя раунды из рук убегают. Да, я же тебе говорю, я уже не просто с первой половины уже очень сильно расстроен, когда парни могли там полностью переломить ход, выиграть атаку, причем, ну, как минимум 10-5 там мог быть счет, но сейчас просто какой-то развал в исполнении ESC. Датчан. Датчан, нет, они нет, разваливаются ESC. Датчане... Да, разваливаются ESC просто да. Как лего какой-то. Датчане пока что молодцом на самом деле. Не ожидал я от них вот против ESC такой игры, если честно. Я думал, все-таки ESC проявят себя. Но у них, смотри, 14-4, и, как мы знаем, поляки иногда умеют. Может быть, вот как раз настал тот самый момент, что пора бы давать камбэк. Давай посмотрим. Так, датчане, атака, 3 инсайд, 2 улица. Это будет прорыв, опять же, сюда. Может, сейчас по 9 попытаются постреляться с Пашей. Опять же, у Паши АВП, и это прикольный момент от него. Точно. Так, ну вот, оп, минус ангар. Отлично, отлично. Знает, что он... Видел он еще одного игрока на улице. Дал инфу, скорее всего, про коридор. Трейс там никуда не спешит. Разыгрывает, кстати, с Галилом, что странно. На этой стадии уже можно было бы взять АК. Конечно, вот Фриз меня веселит с ВП в атаке, но вообще тоже... Ой, по попе, хорош, просто взял, отштопал по моде. Моди, конечно же, упал от Паши, Фриз в ассисте, и, как видим, это практически ТК, а Фриз еще и доставляет здесь спрей жестко. Он пытается открыться на Нео, но вот польский Титан пока... крепок на все 100. Ну и минус в радио последний от ESC. Посмотри, Фнатик против девайсов вообще ничего не смогли сделать. Ну знаешь, они подохли просто все на позиции. Тут просто такой раунд был вообще какой-то несумбурный. Да, ВП в атаке. Ну оно, кстати, очень, ну, может быть эффективно на нескольких позициях сейчас. Но это довольно рискованный такой раунд, когда, опять же, команда ограничена в движениях и перетяжках. Но рискнули и были сразу за это наказаны. Я думаю, сейчас 5 АКМов решат вопросы для команду Фнатик. Вот хотя... говорят, maybe лучше посмотреть Маоса Спортс против Фнатик. Да нет, друзья, я понимаю, что там поинтереснее, но я тут буду верить в ESC и надеяться, что с Непами они максимально уверенно сыграют. Нет, хотя... кстати, вот я поддерживаю хотя, да, парней там, знаешь. Маоса Спортс, Фнатик по интересу нормально. Сейчас посмотрим ESC просто группу. ESC просто недавно играли с Непами на Тороупене на отборах 16-2 вроде, если я не ошибаюсь. Вот знаешь, они даже если выиграют, по сути, но у них будет 3 очка. То есть, ну да, да, поэтому можно Маоса Спортс, Фнатик посмотреть. Да. Не, если Фнатик вообще выйдут с этой группы, я буду так ржать. А тут готовится раскидочка уже. Ну, посмотри. Они, скорее всего, могут и выйти. Так, да, есть, видят в будке. Молотов в будку, на, гори! Гори, гад! Пошла пассивочка, и вот выход от Фриса. Выход, дверь, пашется в УФ, хорош. Кубин. Кубин сейчас Лур казнил здесь моди. Рютер забрал улицу, проходит в мейн. Забирает АВП, с АВП неудобно стреляться, пытается выцепить флент. Его должны здесь сразу наказывать моментально. Да, на это реагируют поляки, мейн забирают. Но обычный пассивный дефенс, в принципе, здесь вот приносит по факту победу команде. ESC Gaming 14-6. Что будет дальше? Дальше. Слушай, еще не все Фнатик потеряно. Еще ну не да, все потеряно. Да, эти... Смотри, денег нету. 2750, коллаж 2700 стоит. Это ТЭК от Фнатиков как минимум. Конечно, сейчас нужно будет пыхтеть так, как Паша пыхтит в спортивном зале, но я не знаю, можно подсобраться. Ну, я думаю, знаешь, Паша уже не пыхтит в спортивном зале. Я думаю, гантели уже сами поднимаются, штанга сама от него убегает, потому что он к спортивному залу пристал. Хотя они там все, знаешь, у них какой буткемп? Они, короче, с утра качаются, днем играют, к вечеру завязывают играть и, наверное, снова качаются. Mm-hmm. С утра просыпаются, снова за гантели. А ну, тем временем, выход на аплент от Фнатика, и сейчас тут их будет Паша штамповать с ВП. Ну, тут, как видим, лурд пылесосит неплохо пока. Даже до аплента не могут дойти. Ой-ой-ой. А, Паша хорош. Не повезло, еще и Пашу забрали в добавок, но, в принципе, всех-то забрали. А ВП, ой, трезиновая ВП, вы видели, куда она улетела? Да, вот что нужно пофиксить, это вот это вот улетание пушек. Вот я увидел только что Фриса, убили, знаешь, там, его убили на приемнике, а ВП долетела прям до рамп его. То есть, ну, как бы вот это пофиксить бы физику с девайсами падающими, это просто вообще невозможно на это смотреть. Ну да, жесть. Слушай, а ты скажи, пожалуйста, у меня здесь можно стрелять по лежащим девайсам? Да, можно, и они подпрыгивают, как резиновые пульки. То есть можно там, если парень не может выйти, да, на позицию пострелять, да, им, да, дострелять, да, ему, да, пушку. Дострелять ему пушку, жесть. Дострелять бомбу можно. Бомбу можно вообще спрятать так, что ее нельзя достать.
тупо достреляв. Ну, а например, защита может по бомбе стрелять? Да, да. Лол. Тут можно вообще такие лузы творить просто жесткие. Так, ну а тут что, гранат за красный пошла, и по улице играется проход у команды Fnatic. Им, в принципе, всего лишь один раунд до матчпоинта, два раунда до победы. Они будут стараться сейчас, наверное, максимально агрессивно разыгрывать. Заняли, кстати, позиции в упоре очень-очень ближние и контактные. Вот это может, в принципе, сработать и не в их пользу, если поляки поймут, что происходит. Так, пока сплит Б вырисовывается такой, ну, да? В принципе, если улица играется, он уже по дефолту вырисовывается, ну, да. Потому что тут подвал близко. Не, ну тут прелесть в том, что можно, например, просто пройти в подвал, зайти двоим в каналку, два влезают на асканалок, трое выходят тупо через инсайд, защита в шоке, а раунд-то взят. Ну да, да, да. Поэтому защите либо играть нужно очень пассивно, либо наоборот, чересчур агрессивно. Вот что-то среднее, пока тяжело играть, пока мы вот не знаем раунды соперников. Вот Трютер сейчас пиксель чекнул на улице, забрали Пашу вдвоем, хедшот в Павлика. Ну там просто поймали его, все. Его реально поймали. Это девятка, апленд моди минус лурд, минус от Кубина. Он в будке. На рампах, все, отжали таза, минус будка. Ну 4 в 2, не знаю, что здесь Неос может сделать. Его с дыма, в принципе, ждут, и он может сейчас... Ой-ой-ой-ой, залез в дыму наверх, трейс забрал. Все, видят, пристройка по нему уже шьют. Ну, это 15-й раунд для команды Fnatic, изи, 15-7, друзья, и датчане нас удивляют. Все-таки будем Fnatic в Mousesports смотреть. Да, я тоже думаю, что стоит посмотреть на британцев, я вообще их, по-моему, еще ни разу не видел. Ну и Fnatic тоже первый раз смотрю. Довольно неплохо выглядят, кстати. Нет, британцы нормальные, там на самом деле 3 британца, 2 норвежца, и вот... Стингер вместе с ПРБ, это знаешь, вот тот самый ПРБ норвежец, старый. Очень старый ПРБ. Он вообще настолько старый, что я даже не знаю, вот с какого. А ему, наверное, уже за 30, если честно. Ну да, да, так это же круто, на самом деле, что уровень, как бы, левел про гейминг растет, как бы. Мне бы вот было бы неплохо, если бы все старые олдскульные воины повозвращались. Хитон бы такой, так, все, собственно. Ну, Хитон вернулся в качестве такие менеджера. Гоуз команды, я буду шпилить, вот было бы нормально. Там, знаешь, минус Фрайберг. Ну, не, да. Я думаю, вряд ли в Непах будут замены, просто там очень-очень четкая команда, каждый дополняет друг пока друга. Пока что четкая команда. Верю в Нави. Ну, я думаю, минимум они еще не... Верю в Нави, верю в Virtus.pro, верю в Хуча. Ну вот, в Хуча точно можно поверить. Так, здесь пока что минус от Рютера. Ну что, Фнатик, аккуратная атака, улица, пара флешек за ангар, минус Паша, и еще одна ключевая позиция по 9 упала. По сути, Фнатик полностью ситуацию сейчас контролирует, и у поляков очень-очень мало шансов здесь взять. Реально мало просто. Один правильный выход по улице с разменом, вот он пошел, еще один фраг от Рютера. Знаешь, в такой ситуации могут воспользоваться какие-нибудь там молодые польские воины и просто сказать так, ребята. Не, на польской, кстати, сцене поляки пока доминируют. Пока доминируют, да? Их там никто не обыграл, и национальный чемпионат. Им еще никто не сказал, что пацаны, вы слишком старые, мы теперь тут новые короли. Слушай, нам нужно национальный чемпионат в Украине и в России сделать, чтобы как бы, ну... Да, было бы неплохо, было бы неплохо. Я тоже думаю об этом. Что, по сути, было бы прикольно посмотреть. Пока такое вот как раз... Сейчас такое время, когда командам мне просто необходимо вот самое большое количество турниров. Там на деньги, без денег, но нужны чемпы, тактики. Ну а тут 16-7, ну как что как можно больше разнообразных соперников, как можно вообще больше. Вот что сейчас нужно всем командам. Больше чемпов, больше играть, больше разнообразных соперников. Но я считаю, что без национальных чемпионатов все равно будет... Очень-очень долгое затишье в цене, так что нам надо как-то придумать и сделать чемпионат России. Ну, знаешь, сейчас такой уровень, что, по сути, национальные чемпионаты не нужны, мы можем играть европейские чемпионаты, сидя дома и... Ну, в принципе, да. Не, ну, Nations Cup... Не отходя от холодильника. Nations Cup должен быть. Нет, конечно. У меня вот реально есть мечта, я хочу свой Nations Cup, чтобы там были все, и эти сборные там дрались, и их было 16 стран, и там... И смотрела нас 2 миллиона. В топ-1 Россия попала. Хорошо. Хорошо. Мне показалось, самое главное, что у тебя проспало. Самое главное, что у тебя патриотичные мечты. Не, ну а это, как это правильно. Как по-другому? Это правильно. Так, давайте дисконнектнемся с сервера. Наверное, сейчас пока я слэмчик уже остановил видео. Да. Ну я пока что, мы еще не остановили запись. Я покажу в самый последний момент нашу заставку Старладдера, которую не видел Таф. Он ей тоже насладится. Не, давай пока не уходить. Я еще хочу да, пообщаться. Да, мы не будем уходить, мы вернемся. Просто, чтобы выключить запись, мы должны с тобой посмотреть заставку. Кстати, смотри туда. Смотри в окно. Вернее, не в окно, в экран Тафа. Да, да. Тафа, смотри вправо. Да, я смотрю. Вот сюда, да. Давай.